Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В эту святую, всерадостную, такую необыкновенную, с вечностью касающуюся ночь, рад всех, мои дорогие, поздравить с праздничным, счастливым переживанием Рождества Христова. Всех поздравить, своих сомолитвенников, тех, с кем мы вместе слушаем Слово Божье, с кем молимся в наших родных православных храмах, с кем вместе поступаем в чаши жизни, со всеми. Всех поздравить с этой необыкновенной радостью. Мы знаем, что в Рождестве Христа Спасителя Бог вошел в наш мир. Невидимый стал видимым. Великий снизошел к нам. Святой среди нас грешных. Тот, кто в своих дланях содержит всю вселенную, сейчас находится повит в пеленах в руках своей земной матери. Тот, чей трон неприступен для херувимов в кормушке, в скоте, в простом хлеву на соломе. И мы в этом видим снисхождение к нам Бога. Бог пришел к нам таким, какие мы есть, чтобы сделать нас такими, каким Он есть. Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Он вошел в вечное во время и разорвал время. Наступила новая эпоха, наша эра, новозаветное время, ведущее вечность. Начало нашего спасения во Христе. Потом будет Его Слово и Его жертва, Его сошествие в ад, Его воскресение, Его вознесение, излияние Святого Духа. Мы сегодня все это видим. И переживая радость о Богомладенце Христе, переживая радость нашего спасения, в день сегодняшний этой радостью делимся со всеми. Конечно, источник нашей радости – в наших храмах, в молитве церковной, в участии таинства тела и крови Господне, мы наполняемся этой совершенно новой, даруемой Христом радости. А потом детки Христославе пойдут по дворам, по домам, разнося весть вместе с ангелами, апостолоподобно всем и вся. А потом, наверное, соберемся с семьями и уже в тихой, семейной атмосфере будем сопереживать и радость о Господе, и радость друг о друге, вновь и вновь умом и сердцем возвращаясь в Вифлеем, в вертеп, к рожденному Богу. И сегодняшний день вам, мои дорогие, вам и вашим семьям, вашим детям и близким от нашей семьи совершенно особый и радостный, в соответствии с праздником, подарок. Из небесной светлой дали
страхом великий, тех детей в пустыне, Он сказал им, вы не бойтесь, всему миру радость ныне. Он сказал им, вы не бойтесь, всему миру радость ныне. Где Христос родился, людям до спасенья. Вы пойдите, посмотрите на великое смирение. Вы пойдите, посмотрите на великое смирение. Вы Богом младенца отречете сами. В бедных ях он, в бедных яслях, сами узрите очами. В пеленах он, в бедных яслях, сами узрите очами. И с высот небесных раздалось вдруг пенье. Слава, слава вышних Богу, на земле благоволенье. Слава, слава вышних Богу, на земле благоволенье.